Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Всего лишь неделю меня не было на дачном участке. Приезжаю, а тут вовсю начинают краситься грозди винограда. Ну и сейчас мы с вами пройдемся, посмотрим, кто же у нас красится. Первая у нас зилга. Здесь, конечно, еще не массовое окрашивание. А пока она только-только начинает, но у этой зилги очень большая нагрузка. Здесь больше 80 побегов. Ну и вот пока только пятнышками. А зато вторая зилга, у которой нагрузки поменьше, вот она уже вовсю такая окрашена. Хотя, повторюсь, неделю назад еще совершенно даже признаков никаких не было, которые бы намекали на окрашивание. Дальше у нас активно начинает краситься галант. Вот его такие красивые, рыхлые, крупные грозди. Конечно, некоторые меньше, а некоторые вот... Вот, смотрите, какие яркие. Вот он красится вовсю. А вот его родитель, мускат блау, галант — это мускат блау, скрещенный с солярисом. Только-только начинает окрашиваться, даже вам может быть не видно, но я сейчас покажу более детально на гроздочках. Смотрите, вот начинает ягодка розоветь. Вон тоже виден розовый бочок. Но дело в том, что мускат блау, конечно, моложе, чем галант. Может быть, они в нормальном состоянии и в одни сроки созревают, я пока не знаю, потому что галант у нас куст постарше, а мускат блау, ему только третий год, и это его первое плодоношение. Смотрите, здесь у нас какая красота. Это туран. Туран вот уже как окрашивается ярко. Тут листики поубирать, чтобы не мешали, видите? А неделю назад еще зелененький совсем был. Сейчас вон какой яркий, красивый. Рядышком ландо нуар, конечно, слабее, не так ярко, как туран красится. Но, тем не менее, вот все равно мы видим, как ягодки начинают принимать сиреневый, фиолетовый оттенок. Но вот мукузани пока зелененький, хотя он самый первый у нас отцвел и самый первый завязал ягодки. Русский ранний пока молчит, но, конечно, здесь он и в такой более теневой зоне, поэтому ягодки пока не красятся. Также интересно, вон грозди симоне. Симоне по срокам созревает раньше, чем зилга. Однако, видите, зилга уже такая яркая, симоне еще совсем зеленая. И пока окрашиваются только технические и универсальные сорта, вот столовые, сеня. Несмотря на его ранний срок, видите, ягода еще пока зеленая. Но есть одно исключение. И вот смотрите, это у нас ромбик. И уже начинается тоже ягодка окрашиваться. Конечно, гроздочка может не сильно впечатлять, но дело в том, что этот кустик совсем молоденький. Ему всего лишь второй год, и уже на второй год он показывает урожай. Ну, видите, вон лоза, к сожалению, вот эти пятна, это следы градобоя. Так что вот такой сюрприз ожидал меня сегодня на участке. Конечно, сейчас очень красивое время наблюдать, как ягоды наливаются, как они набирают свою яркую окраску. И, конечно же, наблюдать за результатами своих трудов. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!